танцевальные коллективы, хоровое пение, сольная игра на музыкальных инструментах, художественное творчество ветеранов в 5 номинаций не уместить. Однако конкурс есть конкурс, в его строгие правила надо укладываться. Надежда Веревочкина – его активный участник. Вокалом занимается с 14 лет, сейчас артистке 76. Больше четверти века проработала за станком на заводе «Строммаш», пела в хоре предприятия. И хор даже получил звание народного. А когда Надежда вышла на пенсию, нашла новый творческий приют. Пришли в 2005 году сюда. И во дворец ветеранов. Во дворец ветеранов, да. И с этих пор мы здесь, неотлучно никуда. Все дружные мы, нас вообще 10 человек. Волновались мы, конечно, как выступим, но... Выступили нормально, и сегодня волнуемся, конечно. Фестиваль-конкурс «Никто не забыт» в Самаре проводится уже 4-й год. В этот раз подготовка особенная. Конкурсные прослушивания начались еще в октябре прошлого года. К 70-й годовщине Великой Победы артисты, многие из которых сами ветераны Великой Отечественной войны, в своих выступлениях выложились полностью. Вообще это поколение особенное, потому что через столько пройти, столько испытать в своей жизни и... Сегодня еще быть в строю, быть готовыми на любое наше желание, пожелание, замечание, плохое или хорошее, откликнуться, а еще что-то смастерить, им стоит поклониться только и сказать слова благодарности. Анастасия Зубарева, Артем Сулайманов. События.